Вы узнаете сегодня, дорогие друзья, самое страшное и самое новое. Меня зовут Тайна НЛО, и сегодня, дорогие друзья, вы увидите, как необычная ракета или даже НЛО уничтожила что-то-нибудь. Вы увидите, как необычная НЛО спускает на Землю дискообразные дроны. Вы увидите, как НЛО что-то творит с горой. Но для начала подпишитесь на этот канал. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем, а вы внимательно слушайте. Первый ролик, который вы сейчас наблюдаете, это было снято где-то на Кавказе. Я не знаю где, но исходя всего, посмотрите на эту красоту. Утверждают, где-то в 15, даже может в 16:00, такой необычный НЛО что-то вытворял с горой. Люди были шокированы, увидев такую картину необычного происхождения. Ученые ломают головы, когда видят этот необычный НЛО. Что он вытворял или кого он будил? Утверждают, что на этой горе видели множество ярких огней еще лет 20 назад. Может, они и закопались в эту гору, и этот необычный НЛО пытается их разбудить. Кадры как раз не для слабонервных. Этот НЛО как будто электрическим разрядом пытается вытащить из земли что-то-нибудь. Но что-нибудь оттуда вылезет. Я не знаю, после этого ролик был удален. Но что тут такого странного, никто не знает. Но действие НЛО секретное. В плане того, этот ролик был удален. Кем, никто не знает. Ну а почему людям втаскивают, что нет и не может быть существования НЛО? Вы не поверите, конечно, но действие НЛО уже в открытом пространстве. И вся информация, которую вы наблюдаете, начинает паниковать чуть-чуть жилы в крови. Действие НЛО и действие человека с НЛО начинает задумываться о последствиях. Может, они как-то контактируют? А может, это плохие НЛО, а может, это хорошие. Никто не знает, но действие НЛО начинает превращаться, как и в этот ролик. Вы сейчас посмотрите в 90-х годах видеоролик. Это было снято, дорогие друзья, в 92-м году, где-то на юге, я не знаю где. Но посмотрите, что на землю упало. Утверждать, что это был НЛО. А кто-то утверждает, что это была ракета. Даже странно видеть то, что вы сейчас увидите. Я был шокирован, увидев эту картину, что как будто взрыв. Но что это на самом деле было, никто не знает. Это, дорогие друзья, самый шокирующий кадр на этом сюжете. Но это не все. Утверждают, что этот кадр, дорогие друзья, был засекречен. Вы не поверите, ГГБ. Но почему людям начали показывать такие странные видеосюжеты? Понятно, что вы, наверное, встречали где-то в полях, где-то еще в других местах воронки огромные. Кто-то считает, что это сточные воды, кто-то считает, что это вот наподобие, как и сейчас видеоролик. Но это страшно представить, если это было с космоса. Посмотрите последний сюжет, и он чуть-чуть странноват. Мы привыкли видеть НЛО дискообразными, но, исходя всего, этот ролик поразил тоже немало зрителей. Ученые ломают головы о происходящем моменте. Посмотрите внимательно, НЛО просто зависло около 100, может 200 метров, а может даже и больше. Сам НЛО, может, огромного типа, пытается что-то отпустить на Землю. А что именно, вы можете догадываться. Утверждают ученые, что это, скорее всего, были моментальные корабли. Они как патрулируют по всему миру и, скорее всего, зачищают, кстати, всякие необычные явления, которые НЛО оставляет за собой. Что на самом деле никто не узнает. Но это страшное и необычное НЛО было заснято вот на эту камеру. Но что может быть хуже, чем НЛО? Никто не знает.
Но действие НЛО – это взаимосвязь с другими мирами. Я понимаю, это, дорогие друзья, для вас шокирующие кадры, которые я показал, но примите сведения. Оцените этот сюжет до конца, посмотрите до конца ролик, может вы что-то увидите странного, а может и нет. Меня зовут Тайна НЛО, дорогие друзья, и я вам показал шокирующие кадры. До новых встреч и, конечно, пока-пока.